Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Девятый день, 275 коряк я этих забираю. Так-с. Ну что, сегодня должны дальше проходить. Дальше проходить события. Так, выводим, да, это у нас Пастиглот. Ладно, пускай будет. Я сразу же тогда, наверное, отправлю его. Так, нет, не в приключения, а... На поиски. На поиски великого смутьяна. Блин, я уже не знаю, ребят. Не хочет он искать копья нам. Там осталось совсем немножко, и он их не хочет искать, понимаешь? Вот что меня напрягает-то. Так, тут флаг какой-то. Флагшток подбитый нам выпал. Так, древесина. Давай, вперед иди. Ты у нас 112 уровня, да? Иди за древесиной. Так, ты у нас... 165 миллионов он требует. Я смогу... А, у меня древесины не хватает. Подожди чуть-чуть. Подожди, сейчас мы древесинку тебе насобираем. Сейчас мы все сделаем как надо. Так, теперь у нас хватает. Ну что, костолом, лети тогда. Прокачивайся. Так, сарделька, что ты нам принесешь? 4 руны. Фигово. Дешево ты как-то нам принес награды. Обучите ночных жутей. Так, кривоклык. Ну что ты нам дашь? Руны. А по итогу нам достанется тусклый янтарь. Все, я понял. 105 штук. Тогда я отправляю его дальше в приключение. Пограничная пещера, пускай летит. Кабаны сбежали из ямы. Иди он, пламя там делай. Зажарь этих кабанов. Так, в магазине. Опять же, ничего нету. Бесит аж, если честно. Так, остальные все вроде бы, да, у нас... А, Буйволорд. Буйволорд отработал. Так, смотрим. Этот еще не вернулся, этот не вернулся. А почему у нас... Модификрылка, извините меня, стояла без дела. Вот это уже мне непонятно. Сколько 315 миллионов древесины нужно на отправку? Так, 89 уровень. Ну что, я надеюсь, сегодня хоть ресурсы нам какие-нибудь выпадут. Блин, и эти стоят у нас тоже недокачанные, твою налево. Блестящий янтарь. Забрал. Так, дай-ка я еще попробую сейчас. Всего лишь один на обмен пойдет. Так, а ты-то у нас как? Созрел или нет? Не созрел, совсем не созрел. Плохо. Обучить. Давай отправим его на обучение, пускай тренируется. Так, Паки. Бесплатный пошел. Душитель, шторморез, громорог. Так, тут немножко рун. Забираем монеты. И вот он сам пак. Душитель, шторморез, костолом. В принципе, как и в прошлый раз. Та же самая практически награда была. Так, абонемент сезонный. Фигня полная, да? Нам не хватает еще 40. 40 вот этих флажков. Чтобы получить еще одну награду. Тут у нас пак созрел. Давайте глянем, что здесь в нем. Креветка столом, чудовище, стальной проныра. Блин, я, конечно, все понимаю, что стальной проныра, но где мне их вообще взять? Вот этих вот редких драконов, вот объясни мне, пожалуйста. То, что они мне дают карточки, это я все, конечно, понимаю, все это ценю, но... То, что карточки есть, а дракона нету, это меня нисколечко не утешает, вот поверь мне. Так, грибы, опять же, тусклый интерь.
Иди ищи. Так, вроде бы здесь все получается, да? Ну что, угроза. Злобные вандалы. Продолжаем, ребят, с вами бомбить это событие. Там у нас, кстати, первой наградой это будет пак. Но, опять же, содержит новичков, поэтому... Не супер, конечно, хорошая награда. Одна волна. То есть две волны, а тут один у нас. Это у нас дымодышащий получается. Собственно, персона. Хотелось бы, конечно, с ним побыстрее как-то... Да, не критует. Мой парень просто не критует. Не хочет он. А вот здесь, вот, ребята, шуточки в сторону, мы будем древоруба бомбашить. Точнее, это не древоруб, древоруб он у нас зеленый, это парящий прихвостень. Опа. А этот парень не дурак, смотри-ка, взял себе и усилил атаку, и ускорение еще сделал. Не надо. Не лезь, блин. Трэш какой-то. Просто трэш. Кстати, ребята, вот я сейчас играю на другом эмуляторе, ничего подобного. Видишь, звук опять пропадает. Так что не говорите мне, что это зависит от эмулятора. Что на BlueStacks, что на LD, все одно и то же. Пропадает звук. Это все-таки в самой игре. Хотя на мобильнике, по-моему, я играл, звук не пропадал. Так, ну что, все, я так понимаю, косолому все равно. В любом случае, ребят, крышка. Давай его добивать. Отлично. Крутим колесо и надеемся, что нам выпадут ресурсы. Вот, шикарно. 262 миллиона рыбы. То, что нужно. Так, погнали далее. После этого поединка заберем с тобой пак новичков. Так, я же тебе говорил, что это громобой какой-то странный. Чужая музыка исчезла, да? Молодцы, красавцы. Всего меня лишили и музыки, и удовольствия. Так, ну что, понижаем, само собой, ему броню. Что-то там... Теперь вообще все пропало. Как же меня бесит, как это... Немое кино, ё-моё. Так, ладно, с громобоем мы разобрались. С ловрыгом, я думаю, тоже особых проблем никаких не будет. Хиляться я не думаю, не стоит, наверное. Все-таки лучше вот так сделать пробитие брони. Сейчас будет отхиливаться, либо щит ставить. И вообще ничего не стал делать. Ну, сам виноват. Так, тройной удар. Тройной удар вот здесь, вот я не знаю, ребят, наверное, все-таки лучше хильнуться. Потому что Барсик у меня в опасной такой ситуации, у него мало хп было. Ну, что ты там? Раз, так, костолом. В кого будет бить? Понятно. Еще и промахнулся. И, наверное, я ударю сюда. Теперь через отхил. Вот, правильно. А у этого энергии пока мало. Он еще и промахивается. Все. Ну что, костолом, с тобой-то уж мы разберемся, я думаю, без проблем. Ты один. А нас тьма. Скрита убили. Ну давай посмотрим, что здесь нам достанется. Да ладно, прилив сил 3 штуки. За все время, что я играю, это, по-моему, в первый раз, ребята, прилив сразу 3 штуки. Обычно 1-2. Очень было редко 2. А тут аж 3. Доволен я. Но это неспроста, опять же. Шторморез, так, душитель, чудовище. Это неспроста, видимо, что-то, ребята, будет тут затеваться. Ну что, двигаемся дальше тогда. Сколько там нам осталось еще? 2 поединка. Я громорога, пожалуй, пока трогать не буду. Начнем с плестиголового. С этого фаербольщика. Сразу же вот так. И укусик. Ну что, идет... Дай, давай добьем его. Понижаем. Плюс укус. Раз, два. Ну что он сейчас сделает?
Ничего он не стал делать. Давай добьем тогда уже. Так, Громель, Злобный Змеевик и Шторморез. Да, так будет, наверное, оптимальнее всего. Сразу и захиляемся, и нанесем всем урон. Так, ходит Громель, потом у нас Злобный Змеевик. Добивка. Понижаем или как? Давай так, наверное, сделаю все-таки. Блин, Барсик минус. А у него минус Громель. Так, ну хитнуться он не сможет, энергии у него не хватает. Поэтому ему, скорее всего, крышка сейчас будет. Давай. Все. Да ладно, еще два прилива сил. Что-то меня балуют. К чему они меня готовят, а? Неужели там в конце будет жесть какая-то? Ну что, ребята, вот и мини-боссик у нас. Последняя схватка. Угу. Ну, я, наверное, с громорога начну. Блин, или лучше с громобоя. Фиг знает, давай так все-таки сделаем. Раз. Сейчас он сделает укус. Ну, в барсика, понятное дело, метит. Так, ну что, баффера мы главного уничтожили у них. Но они сами по себе. Ёк-макарёк. В кого это все летит? Понял. Так, нам нужно будет... А мы не успеем хильнуться. Твою дивизию, блин. Этот, понятное дело, сейчас распечатает мне. Он сейчас сделает свой фаербол. Опять музыка исчезла прямо во время поединка. Блин, вот сейчас, знаешь, что я тупанул? Надо было просто вешать слепоту на него, и все. Сейчас посмотрим, я его... Да, мы его добьем. Но самое это противное, что... Блин, а мы здесь-то... Ё-моё. А вот это вот неприятность. Это, ребята, огромная неприятность для меня. Даже если с этим разберусь... Блин, как он мало здоровья оставляет мне, ё-моё. Это сейчас добьет, скорее всего, потому что пониженная броня. Все, ребят, а Барсик? Барсик здесь один, извините меня, ничего не сделает. Это фейл. Это, ребята, чистой воды фейл. Я даже не смогу переманить скалотряса на свою сторону. Но и энергию я тоже брать не собираюсь. Хотя надо бы. Чё я так лопухнулся-то, ёпк-макарёк, а? Мне просто надо было захилять. Но я, честно говоря, не думал, что такую мощную атаку получу. Так, ну что, ребята. Я, наверное, не буду пока тратить откат. Просто как бы, ну, нет смысла пока. Надо будет просто подождать время. Может быть, вечером еще серийку запиликаем. И будет все норм. Так, у нас 295 миллионов рыбы, 95 миллионов древесин. То есть это вообще ни о чем. Это просто очень мало, ребят. Сейчас я всех отправлю куда-нибудь подальше. На добычу чего-нибудь. Все, они, по-моему, никто больше ничего добывать не смогут. Все места... У нас заняты. Что там? Сколько тебе надо? Вот. Опять же не хватает его отправить на прокачку. Не хватает древесины. А вот этого можно. Полетел. Тебя можно отправить. Все, мест больше нету. Ладно, друзья мои, тогда закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!